Лапов чува, крэк-тейлим бар, бэсэдэ риман. Эр ер ихтилав, шэрвэ истила, бэнджэ бир лиман. Герчэ тэп китапта язылы бэ Кур'ан, Турбар, Курдач, флоу мус'а. Манатыр хак китап, ялан бэ хакикат, джабасы тарикат. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslüman. С большим уважением к мужественной первой и последней семье афганских пахтунских патанов, правивших Индостаном, Объединенной Индией, рассказываем краткую историю об афганском племени Латхи и королевской семье Латхи с 1400 года по 2022 года. Афганцы – это название нации. Они принадлежат Бани Исраэль, детям Хазрата Беньямина, сына Хазрата Юсуфа, сына Хазрата Якуба Алейха Салама, внук короля Бани Исраэль Малик Талут Афган и его дети называются афганцами. Значение Афгана – уважение, достоинство. А значение афганского человека, обладающего уважением и достоинством, это слово «оброни». Обычно люди думают, что граждане Афганистана могут называться афганцами, но нет. Афганцы – это нация, которая расселилась по всему миру. Название Афганистана раньше было Хурасан, но Ахмад-шах Абдали изменил название страны и дал новое название – Афганистан, потому что там было большое количество населения, которое составляли афганцы. Иначе афганская нация живет во всем мире. Афганцев также называют патан, что является их титулом. Другое название – хан. Латхи – афганская королевская семья, принадлежит городу Газне в Афганистане. Они поселились в Газне, Гаре, Фарахе, Герате и Кандагаре – знаменитые города Афганистана. Сердар Бехрам Латхи, афган, прибыл в Индостан, в город Мултан со своими 5 сыновьями, и они получили власть, а его внук султан Бахлул Латхи стал первым афганским царем из великой династии Латхи. Латхи – второе по величине племя афганцев. Гильзай, Даутани, Лахани, Ниязи, Ширвани, Сури, Марват, Юсуфхайл, Шахухайл. Эти афганские патанские племена являются ветвями афганского племени Латхи. Все эти афганские племена Латхи также называются афганскими племенами Матузай и Шансаби. Королевская семья афганцев Латхи принадлежит шаху Хаил Латхи. Афганцы Шаху Хаил Латхи были вождем всех афганских племен Латхи, включая все ветви афганских племен Латхи. Сардар Бехрам Хан Латхи был вождем афганских племен, пришедших в Мултан со своими 5 сыновьями. Первый – Сардар Кадыр Хан. Второй – Сардар Султан Хан, известный как Сардар Ислам Хан. Третий – Сардар Фируз Хан. Четвертый – Сардар Мухаммад Хан. Пятый – Сардар Хаваджа Хан в качестве королевского гостя губернатора Мултана Мардан Шаха в период правления короля Фируз Шаха. Он остался там в качестве королевского гостя, получил власть и стал губернатором штата Сархинд. Его сын Сардар Кадыр Хан Латхи, известный как Сардар Калахан, стал губернатором штата Дурала.
А затем внук сардара Бихрама хана Латхи, сардар Бахлул хан Латхи, стал первым королем династии Латхи в 1451 году и стал основателем Афганской империи Латхи в Индостане, объединенной Индии. Итак, после наследного принца султана Ибрагима Латхи, его младший сын, принц Мухаммад Хусейн Латхи I, стал его Джаном Нашином. Затем его сын, принц Хамид Латхи, принц Хамид Латхи I, принц Дулат Латхи I, принц Хаджи Латхи II, принц Айсан Латхи, принц Дулат Латхи II, принц Лал Латхи и затем принц Лал Латхи младший сын, принц Махдум Сардар Мухаммад Хусейн Хан Латхи Афган II, также стал премьер-министром штата Бахавалпур в Объединенной Индии в период правления Наваба Садика Мухаммада Аббаси Рабеха. Итак, они пришли из Керорпака и поселились в Бахавалпуре. Затем его третий сын, принц Махдум Сардар Мухаммад Амин Хан Латхи, стал Джаном Нашином. Он также был одним из четырех человек, которые заботились о штате Бахавалпур 20 лет. Наваб Бахавалпура сэр Садик Мухаммад Аббаси Хамас, последний наваб, был очень молод и стал сиротой в возрасте 1.5 лет. Поэтому сэр Рахим Бакс, пандит Лалджи Парашат, Саед Шер Шах и принц Махтум Сардар Мухаммад Амин Хан Латхи заботились о государстве до тех пор, пока юному навабу не исполнилось 18 лет. Он также был начальником государственной полиции Бахавалпура с 1904 по 1930 годов. У него были братские отношения с навабом Хайдарабада, Даканом Низамом Оддином и навабом Хаира Пурмирас Миргулам Кадирханом. Наваб Хайдарабада Дакан пригласил его действовать как комиссара полиции в его состоянии. Но он отказался. Он также был назначен премьер-министром государства Хаир Пурмирас. Он согласился, но умер до того, как приступил к исполнению своих обязанностей в качестве премьер-министра. Принц Махдум Сардар Мухаммад Амин Хан Латхи и его четыре брата, принц Махдум Сардар Гулам Хан Латхи, Мушир Джагират штата Бахавалпур, принц Махдум Сардар Гулам Хайдер Хан Латхи, мигрировал в Мадину Мунавара, его дети все еще живут там. Принц Махдум Сардар Абдул Халик Хан Латхи, Тахсилдар в штате Бахавалпур. И принц Махдум Сардар Абдулла Хан Латхи, карнал в армии Бахавалпура, решили сменить смотрителя храма Херар Пака, потому что они были заняты политикой и своей работой. Они уволили сердара Ахмад Хана Латхи и назначили сердара Сахибьяр Хана Латхи присматривать за святыней и последователями в их отсутствии. Сахибьяр Хан также был сыном их двоюродного брата и мужем их единственной сестры. У принца сардара Мухаммада Амин Хана Латхи было трое сыновей. Первый – принц Махдум Сардар Муин Уддин Хан Латхи. Второй. Принц Махдум Сардар Гулам Мухайюддин Хан Латхи. Третий. Принц Махдум Сардар Мухаммад Хусейн Хан Латхи. Третий. Когда принц Сардар Мухаммад Амин Хан Латхи умер, его старшему сыну было 6 лет. Второму сыну было 4 года. А третьему сыну было 6 месяцев. Бог дал ему сыновей в старости. Их двоюродные братья были старше их более чем на 20 лет.
между двоюродными братьями стала разница в возрасте. И когда они выросли, в то время у королевской семьи Латхи было так много споров между ними, и так дети Сардара Сахиб-Яр-хана заняли храм. Также они заняли так много земель членов королевской семьи Латхи и продали так много земель других членов семьи Латхи после оккупации. Даже они проигнорировали приказ наследного принца и начали хоронить своих людей внутри храма. Принц Махдум Сардар Мухаммад Амин Хан Латхи, принц Махдум Сардар Муин-уд-Дин Хан Латхи был администратором нескольких районов Пенджаба, Пакистана с 1951 по 1984 годов. У него четверо сыновей. Первый – принц Махдум Сардар Хасан Амин Хан Латхи. Второй – принц Махдум Сардар Хусейн Амин Хан Латхи. Третий. Принц Махдум Сардар Мухаммад Амин Хан Латхи. Мона Латхи. Четвертый. Принц Махдум Сардар Али Амин Хан Латхи. В 2010 году, после смерти принца Махдум, Сардар Муин-уд-Дин Хан Латхи, его младший сын, принц Махдум Сардар Али Амин Хан Латхи, сделал шаг и покинул Кехру-Пакка после встречи и молитв принца Махдум Сардар Абдул-Гафур Хана Латхи, судьи в отставке, внука принца. Сын Махдум Сардар Гулам Хасан Хан Латхи, который был старшим братом принца Махдума Сардара Мухаммада Амин Хана Латхи, начальника полиции штата Бахавалпура, взял на себя там обязанности и действовал как внук принца Махдума Сардар Мухаммад Амин Хана Латхи. Он пошел и нашел храм в очень плохом состоянии. И даже смотрители назначили тех людей, которые не принадлежали семье Латхи, чтобы присматривать за храмом. Не было никакого надзора. Поэтому он попытался собрать членов королевской семьи Латхи, особенно всех детей своего прадеда Пердада, принца Махдума Сардара Мухаммада Хусайна Хана Латхи Афгана, премьер-министра штата Бахавалпур. Он созвал встречу и встретились почти с каждым членом семьи. Все они уделили большое внимание. Затем он пошел в святыню и очистил ее, он починил могилы, но не прикоснулся к святыне для ремонта в соответствии с волей наследного принца султана Ибрагима Латхи. Местные жители стали счастливыми, они приветствовали его, они окружили его, когда услышали, что пришли наследники. А потом напряжение возросло, и дело все еще в споре. Он оставался там, встречался с людьми каждый день. Большое количество людей приходили на встречу с ним каждый день. Принц Махдум Сардар Наваз Хан Латхи помог ему, дал ему место для встреч с людьми. Он никогда не звал людей туда, но люди приходили, потому что они хотели видеть и встречать наследников. Принц Махдум Сардар Наваз Хан Латхи, сын принца Махдума Сардара Карам Хан Латхи, который был двоюродным сыном принца Махдума Сардара Мухаммада Амин Хана Латхи. Принц Махдум Сардар Али Амин Хан Латхи столкнулся там с множеством проблем из-за оппозиции. Но он возродил имя семьи и наследников. Это случилось впервые за 70 лет после смерти принца Сардара Мухаммада Амин Хана Латхи в 1935 году, когда один из его великих сыновей отправился туда как наследник. Поэтому все были потрясены. Никто не может себе представить, что когда-нибудь настоящие наследники вернутся. Так что это было очень удивительно. Даже члены королевской семьи были удивлены. Но принц Махдум Сардар Али Амин Хан Латхи занял позицию и восстановил имя семьи и наследников.
Принц Махдум Сардар Али Амин Хан Латхи столкнулся с множеством проблем со стороны оппозиции. Наряду с убийством его самого было сделано еще много обвинений. Они даже пытались сделать его в одиночку. Ему было отправлено сообщение от оппозиции, чтобы он покинул Кирал с помощью семьи Сардара Навасхана Латхи. Принц Махдум Сардар Навасхан Латхи дал им простой ответ, что наследники пришли, дайте их место и решите вопрос. Но они не поняли и пошли обратно. Принц Махдум Сардар Наваз Хан Латхи, сын принца Махдума Сардара Карам Хан Латхи, также один из тех, чьи земли были оккупированы оппозицией. И он 20 лет изо всех сил пытался вернуть себе земли. Наконец он вернул свою землю по решению суда в 2010 году. Это тоже интересная история о том, как он боролся в течение 20 лет. Он действительно мужественный человек. Так много афганцев Латхи потеряли свои земли из-за оккупации оппозиции. Принц Махдум Сардар Али Амин Хан Латхи также столкнулся со многими проблемами. Но он не пошел за землями и домами, он пошел просто, чтобы сказать всем, что наследники вернулись. Он столкнулся с проблемами, но он возродил имя семьи и наследников. Это семейный спор, поэтому его необходимо решить, потому что там на самом деле это вопрос уважения королевской семьи Латхи. Может быть... Озеро Единства – главное препятствие на пути решения. Сегодняшний наследник принца Махдум Сардар Али Амин Хан Латхи – одна из самых ярких личностей современного мира. Оппозиция занимается столькими вещами, но он просто сосредотачивается на святыне, чтобы отыграться. В 2012 году оппозиция покинула святыню и сбежала. 3 года они не видели святыню издалека. Наследник принц Али Амин Хан Латхи вступил во владение, но из-за семейной политики оппозиция снова заняла место в его отсутствии, и сейчас спор в самом разгаре. Принц Али Амин Латхи не готов уступить. Он зарекомендовал себя как настоящий, способный наследный принц, способный возродить имя наследников. Поэтому он стоит как гора перед врагами. Враги принимают его как наследного принца, но не хотят отдавать святыню под его надзор. Они чувствуют неуважение, но принц Али Амин Латхи говорит, что как наследный принц святыня будет находиться в непосредственном его ведении. И он назначит смотрителей. Даже он дал им вариант, что он назначит хранителем их человека в ближайших 5 лет. Но сначала поставить ее под свой надзор и вернуться туда. Но отсутствие единства является главной причиной, препятствующей словесному решению. Самая опасная война в этом мире велась между племенами Латхи в 1537 году. История говорит нам, что реки крови текли с поля битвы с головами лошадей. Так что мир увидит еще раз одну такую же войну. Мы желаем, чтобы это не повторилось. Потому мы надеемся, что спор будет решен в ближайшее время и мирным путем, то бишь переговорами. Спасибо за внимание. Pandemler, biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin mütle sandır. Rabbe müptelayız içinde. Allah, ilimde, Allah, zikrimde, Allah, fikrimde, Allah. Nefse ikamet, hem de tek çare. Allah, Allah. Bu hayat imtihan, şeytandan intikam. Sayısız iltifat. Allah, Allah. Güvenin dağlara kar yağ bakancak Allah asla seni satmaz.